Агуша, привет. Здрасте. Кто скрывается под твоей маской? Под маской скрывается очень простой, застенчивый, скромный, позитивный человек по имени Ага, Агуша, который родился в России. Корни уходят в Карабах. Да. Карабахские. Есть в роду еще такие, как Агуша? Нет. Ты эксклюзив? Я эксклюзив. Все были в шоке, когда узнали, что я есть. Я появился. Дома я другой. Дома, как сказать, мой образ, он такой для всех. И не все его могут правильно воспринять. В том числе, конечно же, и родители. Им надоел уже Агуша. Говорит, уже надо взрослеть. Я не могу им объяснить, что это все для людей. Это все, это призвание. А сколько Агуше лет? Агуше 35. Готовы? Мяу. Все, я вернулся. Агуша, пока. Вообще, имя Агуша мама придумала мне в детстве, когда мы были в России, жили в России. Я был маленьким, и соседи спросили, как ребенка зовут. А мама ответила, ага, как-то будет не очень, да? Агуша была более ласкательно-уменьшительная. Поэтому Агуша с тех пор, меня все Агуша называли. И в школе, и я занимался секцией самбо в России. Я себя Агушей больше чувствую, чем Ага. И Агуша изначально чувствовал себя в роли актера, артиста, спортсмена. С самого детства я вот был помешан на всем этом, да, вот на искусстве. Мне очень нравилось слушать музыку. Допустим, вот в первом классе, когда у нас был урок музыки, наша учительница, она привозила с собой граммофон, да, вот то, что на пластинке, да. И аккордеон, баян тоже, она нам постоянно включала вот именно Шопена, Бетховена, Римского, Корсакова, Шостаковича. Вот именно вот любовь к искусству, наверное, вот именно вот в первом классе у меня появилась. С детства хотел быть актером, фильмы смотрел, вот, не знаю, вот себя в жизни представлял, как будто меня снимают там камеры на углу везде, а я пародировал, там, не знаю, бегал, прыгал. Вот. Было все это с детства, да. Просто родители не так поняли, не хотели, не знаю, не почувствовали. Наверное, свои проблемы были какие-то, не знаю. Ну, параллельно занимался спортом. А кем они хотели, чтобы ты стал? Я даже не знаю, серьезным человеком, не знаю, может быть, и адвокатом каким-нибудь, не знаю, юристом. Но я всю жизнь хотел быть, вот именно заниматься искусством и служить народу, людей, радовать, веселить. Клоунада, клоун, этот образ когда появился в голове? Вообще, если честно, я никогда не хотел быть клоуном. Я к ним относился как-то не очень, да, несерьезно. Как-то в цирке видел пару раз, как-то даже, можно сказать, и как-то побаивался их, не знаю, слишком яркими для меня они считались. Я хотел быть актером. К сожалению, мы жили в далеком уголку России. Мы жили в Приморском крае, в Дальнем Востоке, Уссурийск. Там не было у нас. Надо было в Москву, допустим, ехать, да, допустим, поступать. Но получилось, что мы уже возвращались на родину, переезжали. Мне было уже почти 16 лет. Еще год-полтора, и уже надо было поступать куда-то. Я хотел поступить в NGCNAT. Это университет искусств, да. Как-то, не знаю, родственники меня отговорили, сказали, зачем, не надо, не твое. Так получилось, я поступил в авиационную академию. На пилота? Нет, на инженера-логиста. Как-то с первого курса, со второго курса я уже начал работать Агуша. Образованием что? Не заладилась логистика или ты продолжал учиться параллельно? Не, я отучился. Я ходил по этим, по ресторанам, по Сюнет Тойлара. Это первое свое выступление, помнишь? Да. И первое мое выступление было очень таким, да, боязненным. Я стеснялся, боялся, и так получилось, что я сам себе сказал, что это моя первая-последняя работа. Мне стало стыдно. Стыдно, что меня узнают, скажут, это там родственник того-то человека, там такой. Я вот первые свои вот именно вот годы, первое время я очень был скован, никак не мог привыкнуть к этой.
Я знал, что это будет не, это не серьезная работа, это временная, да, подработка. А потом со временем я начал привыкать, получать удовольствие, что я, у меня получается радовать людей, заставлять улыбаться. Все, так пошло, поехало. Ну, отучился и диплом просто положил на полочку. Да, полиция. Ну, в то время, не знаю, дым. Все, амсен. Ну, в то время мы думали, что те, кто авиационную академию окончил, да, им работа им обеспечена в аэропорту, не знаю, где-то и везде. Такого не было. Знакомства нужны были, деньги нужны были. В 2010 год, и мне предложили сказать, что если хочешь работать, нужны там связи, деньги. А я сказал, зачем мне платить за то, что я буду работать где-то. Я не понимаю такие вещи, которые люди деньги дают, платят и работают на сухую зарплату. Я пошел по этой специальности. Думал, немножко подработаю, там, не знаю, потом шанс подвернется, я буду работать по специальности. Потом смотрю, нет, работа меня втянула. Но изначально затянул все-таки денежный интерес, да? Конечно, в конце концов, деньги – это та энергетика, которая необходима людям. А сколько получает клон? У нас нестабильная. У нас может быть в день два банкета, может быть раз в неделю банкет. Это у нас такое, да, непостоянная работа. Ну, в основном социальные сети, в основном YouTube, TikTok. Как-то пытаемся, да, вот именно развивать. Первое свое выступление – это стыд на глазах. Стыд. На тот момент я работал на авторынке у дяди, помогал ему, там, как бы был этим, да, работником, рабочим. На тот момент я зарабатывал в день 6 манат, 3 червана, 6 манат. А когда вот я начал выступать с клоуном, да, он мне, я сказал себе, что я не буду больше работать, это не моя профессия. После выступления он мне заплатил 6 манат плюс 2 маната чаевых. 8 манат. А я сам себе говорю, опа, пускай еще немножко поработаю, да, может, будет виднее.